Так, всем привет. Я сегодня в магазине Target нахожусь. И вот этот магазин более качественный, чем все остальное. Ну, по крайней мере, чем там, где мы были. И основное отличие, тут немножко все дороже. Но магазин такой более приятный, более культуренный. И здесь нет толстых, жирных, страшных американцев. Они здесь такие все стройненькие, худенькие. То есть уровень сразу другой, в отличие от Walmart, там Sam's Club, где ходит толпа американцев. Тут так очень все приятно. Но тут все дороже для культурных американцев. Вот, допустим, сиденья детские, которые в Walmart там по 20, 30, 40 долларов. А тут уже такие цены. Видите, они фирменные, Graco. Вот, пожалуйста, 149 долларов. Вот. Даже сейчас я найду этот поджопник, как мы называем. Как он называется? Бустер. 20 долларов. Грако. В Walmart он стоит там 5-10. А тут вот самый дешевый 20 долларов. Это 27. Это 27. Это 29. Вот. То есть тут одежда поприличнее. Одежка тут поприличнее, все так поприличнее, но цены немножко повыше. Я так буду ехать, просто показывать, что тут есть. Но в таком магазине находиться приятнее намного, чем в дешевых. Зато я вот джинсы фирменные вижу. Вот. Ну, народ тут совсем другой гуляет. Что у нас тут интересного? Вот так он выглядит, этот Target. Ну что? Здесь шмотки уже не смотрел. Яником можно одеть так классно вообще. Ну, вот такая накидочка, допустим, пестренькая, Африка. 35 долларов. Без рукавочка. Тут вещи хорошие, более качественные видно. Ну, рубашка. Вот, я смотрел себе рубашечку такую клетчатую американскую. 22 доллара. В Walmart. В Walmart они дешевле, конечно. Там была мужская, я смотрел. Так, что у нас тут интересно? Вот мы в электронике. Что тут у нас интересного? 149 долларов. Роман Кордон. Вот колонки, наверное, и стереосистема. Ну вот наушнички. Ну, нормальная цена. Вот, допустим, Sony 40 долларов. 60. Ну, дороже, чем в Walmart, но такое все. Прилично, поприличнее. А вот такой раритет. Оба-на, вот это раритетная вещь. Супер. Кстати, диск, оно под старину сделан. Проигрыватель. Стоит 120 долларов. Реально настоящий проигрыватель пластинок. Прикол, под старину все сделано, хром. Тут, короче, радио и компакт-диск. А этот даже... А, 79, этот простенький, такой, как в чемоданчике. Если у кого есть старые пластинки, а у меня у бабушки остались старые пластинки. Вот такой прикол. Тут и диск послушать можно, и пластинку поставить, и радио настроить. Причем радио так по-старинному.
класс. Вот такие вещи мне нравятся. Стильная такая вещичка дома стояла бы. $120 всего. Так, о чем телеки? Что у нас тут такое-то, я сам не знаю, что это такое. Так. О, это навигаторы, да? Ну вот навигаторы. $109 том-том. $109 том-том. Причем это самый дешевый, дешевле нет. Самый дешевый. В Таргете вот $109. Я слышал, люди покупали гармины по... в районе там 50-70 на акции, там на сейле где-то. А тут Garmin дорогой, вот $219 какая-то модель. Не знаю даже, новая она, не свежая эта модель. Так, самый дешевый телек на сейле. Вон есть LG за $200. 32-ка тоже 200, Samsung. Вот 100, Vizio, что это за контора, я не знаю. $189. Так, большие дороже. Сейл. $279. Что это за фирма, я не знаю. А вот есть снизу на сейле. 179. 180, короче. Так. Есть Vizio, Samsung. Ого! Что тут еще? А, вон большие телевизоры. Вот такой гигант 1200. Какой его размер, даже не знаю. Так, что это, приставки какие-то игровые, пульты, джойстики. Короче, какая-то игра Xbox. А, это приставка игровая Xbox. Прикольно. Вот конюшня стоила, седла. Лошадь стоит $79. Нет, лошадь. А, $34, вон цена. 35. А к ней конюшня $79. Это детские игрушечки. Вот такие есть. Куколки. $9.99. $10. Ну вот Target. Машина какая же. За $19, да, хорошая. Очень дешево. 20 там вообще. 20.99. Тут все. Ну, так... это скидка. Да, она на сейле стоит. А так она это дороже стоит. Прикольная такая машина. И такие эти. Слушай, две плиды я купил. Не сейчас. Ай-яй-яй. Цацки. Так, тут что-то цены нету.
маленький такой лаптоп Acer Windows 10. Цены нету. А вот есть Microsoft. Что-то они бесценные какие-то. Так. Вот всякие мышки. Мне интересно. Так, это что, игры? О, дети бы сюда ворвали. Так, это компьютер games. Computer games. Так, тут у нас бытовая техника. Так, просили меня поснимать, но я здесь сам первый раз в этом магазине, поэтому еще не ориентируюсь. Вот нам принтер нужен, а тут принтер дешевый. $45. Принтер Epson новый. И он даже, наверное, со сканером. Вот такой поприличнее Canon. $80. 49. Вот такой стоит 100. Hewlett-Packard. Ну вот цена принтеров. Ну вот такой вот гигантский большой Canon. $100 на сейле. И Epson. Вообще он Ипсон, наверное, на English. Что это такое? Live Jack. Короче, какая-то фигня. Мне неизвестная. О, мэн. Какой он большой. Короче, вот такая черепашка-ниндзя, почти с меня ростом, ну, мне по грудь, скажем так. Эта черепашка стоит $100. Вот я рядом с ней. О, она еще говорит. Катя?